классический японский кроссворд. Здесь цифра 7. Заполняем 7 по горизонтали. Дальше тут 2 линии по 3, которые должны соприкасаться. То есть вот 3. 3 тут вот тройка, от этой надо значение 3 отделить. 1 это вот 1, 1 вот эти числа. Далее пятерка у нас вот идет. И одна цифра. Так, далее тройка это вот здесь. Здесь у нас двойка. Так, это вот тройка. Здесь 1, 1, значит здесь у нас где-то двойка. Так. Ну, здесь двойка. Вообще число 47. Вот оно. Уровень.